Простой песок с цементом. Это не клей. Здравствуйте. Очередной объект. На этот раз полы. Разобрали плитку, старую стяжку, прогрунтовали, кинули сетку, поставили маяки по лазерному уровню. Затем залили стяжку. Стяжка делалась песок-цемент 1:3 с добавлением пластификатора, что давало стяжке схватиться в течение 3-4 часов. И у нас появилась возможность следом за стяжкой выровнять цементно-песчаным раствором с добавлением пластификатора. После полного высыхания приступим к укладке плитки. После стяжки даем время для высыхания. Определяем это по наличию конденсата на окнах. Ждем, когда конденсат на окнах полностью будет отсутствовать. Подготавливаем поверхность. Тщательно грунтуя ее. Затем проверяем качество плитки. В моем случае она немного прогнутая, что затрудняет ее укладку. Будем применять систему выравнивания плитки для фиксации плитки. Начинаем укладку плитки. В конце посмотрим результат. We'll be right back.
из-за того, что у нас углы плитки выгнуты, как у китайской крыши, получилось небольшое расхождение с ковром. Мы все знаем, что затирка делает чудеса. Следующий проект будет довольно-таки интересным. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Спасибо за внимание.